Именно это при донате у вас будет играть музычка, показываться на экране, и при подписочке на YouTube. Для этого нам понадобится два сайта. Donation Alerts – это такой сайт, через который у нас будут идти все донаты. И Streamlabs – это тот сайт, через который у нас будут идти подписочки на YouTube. Вот. Заходим под что вам удобно, там, я не знаю. Я просто использую два сайта. Мне не нравится Donation Alerts насчет подписочек. Я не знаю почему, но после того, как мы уже зашли на этот сайт, мы заходим во вкладочку «Оповещения». Мы здесь...
видим всякие вариации, это у меня уже добавлены, сделаны. Мы нажимаем, допустим, вот по умолчанию вариация «Изменить». А, здесь можно добавлять свои гифки, свои звуки. Потом после всего этого, как вы все настроили, можете нажать сохранить. И чтоб это у нас высвечивалось при донате, мы нажимаем ссылочка для OBS показать. Вот, никому эту ссылочку вообще нельзя показывать. Вот, мы ее копируем, потом скрываем. Заходим в нашу OBS-очку. Так, сейчас, секундочку, я здесь все повыключаю, чтобы у меня не играло в разных сценах. Сейчас, секундочку. Так, я здесь вроде бы все подключал. Все, вот у нас новая сцена. Мы здесь нажимаем добавить. Секундочку. Браузер. Здесь пишем, допустим, это у нас будет донат. После того, как мы написали тут донат, окей, это название уже используем, даем. Мы, короче, сцену полностью удаляем, чтобы все. Никаких сцен у меня больше нет, у вас такого не должно быть, это просто я не подготовился, извиняюсь. Вот, все, нажимаем добавить, браузер, донат, окей. И здесь вставляем вот в адрес URL, вставляем нашу ссылочку на донат. Все, выставляем донат где вы хотите, там сбоку, посередине, там слева-справа, не знаю, как вам удобно. Чтобы проверить то, что вы правильно и, так сказать, настроили донат, мы нажимаем добавить тестовое оповещение и смотрим. Иногда я хочу быть один, мне никто не нужен, только каннабис. Твоя девочка просит, чтобы я вышел.